многим свойственно ошибочно считать, что успех – это какое-то стечение обстоятельств, к которым вы не имеете отношения. И практика показывает, что успех – это очень долгая история, история про терпение, труд и верность выбранному направлению, несмотря на то, что ну, одним падением дело не обходится. Это череда падений, вставаний и движения в сторону, выбранную однажды для дальнейшего развития.